думать, что же мне на них купить. И вот сейчас я буду думать, потому что мне хочется потратить на что-то полезное. Ну, например, на 200 гривен можно купить целых 10 порций пельменей или вареников, 12 порций. Круассанов на эти деньги можно купить примерно 30 или 35. Ням-ням-ням-ням-ням. Угощу всю свою школу. На 200 гривен также можно сходить 6 раз на выставку ядовитых змей. Но мне бы не хотелось с ними повидаться, так как я их очень боюсь. Можно пару раз сходить в оперный театр. Тут это сад скульптур. Тут находятся скульптуры. И примерно один вход стоит 50 гривен. Поэтому сходить сюда можно было бы 4 раза за 200 гривен. А старик Потапыч по курсу? 30 гривен. Это получается, можно купить 6-7 раз. Есть еще такая большая толстая книга 32 сказки. Это для Таи. Я такие читала уже. Еще на 200 гривен можно будет купить одну книгу. Французский гипнур. 285 гривен метр. Да, а твои 200 гривен вы даже метр не купите. Нет, вот тут есть за 190, например, вот такую. Если платье шить на бальные танцы. Да, как раз из этого материала шьется. То есть, так как эта ткань стоит 190 гривен за метр, то за 200 гривен вполне можно купить метр вот такой вот ткани. Метра на тебя не хватит. Надо больше Насте брать. Метра 3, если юбка плюшеная. Идем. Мы хотим выбрать ткань для Таечкиного бального платья на конкурс в сентябрю, потому что из красненького платья она уже вырастет. И я хочу, чтобы это было что-то необычное, чтобы, она чтобы цвет был необычный. Да. И вот пока что я остановилась на вот таком мятном варианте. А мне больше нравится, оно может быть с тобой. Нет, чтобы на фоне других это хотели желтое, но желтое это как цыпленок. Тая будет цыпленок. Да? И еще есть вот такое вот зелененькое. Ну такой вот красивый, смотри. А вот такой вот. 1 метр квадрат. То есть такую красивую ткань за 200 гривен не купишь. На Таю надо 1.2 метра. Идем еще цветы посмотрим на воду. Можно будет купить на 200 гривен где-то 2 штуки вот таких вот. Или даже 3. Или даже 4. Типа вот такого вот. 315 гривен самая маленькая. Ты видишь? А ты на платье? Я хочу на платье или пояс, понятно? Да. Это нужно больше иметь, чем 200 гривен. Покататься на лошадке стоит 50 гривен. То есть за 200 гривен можно будет покататься целых 4 раза. Очень просит Макдональдс пойти и игрушку купить. Поэтому я так и быть сделаю так, как она хочет. Пойдем мы все с семьей в Макдональдс. Как и рот. Тая, что с тобой, Тая? Макдональдс!